Да, нанесение масла, да. Квадратик такой загорелся, да? Угу. Угу. Наносим масло прокачивающими движениями. Мне комментировать? Да, 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 да. Угу. Мне нравится, когда ты говоришь. Прокачивающими движениями нанесли на лицо. Наносим зону декольте. Руки. Не теряем контакт с клиентом. Обязательно одна рука остается. То есть обе руки мы не отрываем. Наносим масло под спинку. Зона до лопаток. Вдоль позвоночника. И начинаем массаж. Первое движение, настройка на массаж. Три пальчика ставим в ямочки, височные впадинки, легкий нажим и 3-4 прокачивания вперед и назад. 2, 3, назад. 1, 2. Перемещаемся на подушечку под большим пальцем. И то же самое. 4 движения вперед. 1, 2, 3, 4. И назад. 1, 2, 3. И заглаживаем зону воздействия. Глаза и височную область. 1, 2, 3. И начинаем первый блок, который называется крабики. Или пальма диджитал, пальцы и ладонь. 3 раза латеральнее по шее, ближе к позвоночнику. 3. Выходим на зону декольте. 1, 2, 3. Опускаемся по внутренней поверхности рук. 3 движения. 1, 2, 3. Поднимаемся по наружной. 1, 2, 3. И уходим крабиками вдоль позвоночника под спинку. Соответственно, меняя позу тела, опираясь на предплечье. Это очень важно. Ну, крабиками там и выходим, да? Да, да, крабиками выходим. Заглаживаем, объединяем зону декольте, останавливаемся под нижней челюстью, около ушных раковин. И этими же движениями теперь работаем с нижней частью, с нижней третью лица. Чуть-чуть добавлю маслечко. Три-четыре движения. Заглаживаем, наша классическая прокачка. 2, 3. Средняя треть лица. 1, 2. Заглаживаем, делая упор на носогубные складочки. Руки ставим на носогубные складки и выталкиваем основанием ладони. Немножечко можно разнообразить прокачку. Легкое-легкое движение и выталкиваем основанием ладошки. Легкое.
движение. Отталкиваем. По височкам крабиками поднимаемся на лоб. Можно двумя руками. Можно подключить одну. Лобные морщинки хорошо усилены. С большим усилием, чем две нижние части лица. Прорабатываем лобную зону. И заглаживаем прокачкой ручеек. Из декольте и идем на второе движение. Это тюльпанчики или диджиталата пальцы. Два, три. Переходим на декольте. Раз, два. Расходимся веером. Три. По внутренней поверхности руки тот же рисунок. Раз, два, три. По наружной. Раз, два, три. По трапеции заходим под спинку вдоль позвоночника. Ставлю две ладошки на пальчики и, создавая волну туловища, покачиваем и аккуратненько выводим ладошки, сложенные вместе. Работаем с нижней, третью подчелюстная зона. Раз, два, три. Постепенно увеличивая амплитуду раздвижения пальцев. Раз, два, три. Руку не отрываем, ставим поочередно. Раз, два, три. Верхняя челюсть. Раз, два, три. Раз, два, три. И заглаживаем классическую прокачку. Раз, два. Доводя до козелка, обязательно за яички не останавливаемся. Три. Средняя треть. Начинаем зоны под носиком, точка реанимации, так называемая. Раз, два. Раз, два, три. Заглаживаем. Два. Три. По височкам поднимаемся на лобик. То есть можно ручеек, можно нашу классическую прокачку с упором на лоб. Только обязательно подключить все тело, чтобы усилить давление на лобную мышцу. Его можно
можно сделать, в принципе, два раза, сильнее, чем. Угу. Объединим с декольте. Здесь я вытяну шейку удочкой. Так, и теперь медилар на кулочке. Начинаем с шеи. Раз, два, три. Выходим зона декольте. Раз, два, три. Спускаемся по внутренней поверхности. Раз, два, три. Поднимаемся по наружной. Раз, два, три. По трапеции уходим. Ставим руки на кулаки. И заходим на кулачках. Вот. Держим руки плавненько, буквально по миллиметру, чтобы не причинить болезненные ощущения. Заходим в зону под лопатками, останавливаемся. Теперь телом вытягиваю руки до грудного, шейно-грудной отдел. Вот, зона так называемого образования холки. И здесь начинаю выкручивать от себя вдоль позвоночника в альтернативе 1-2-1-2 или синхронно. Выводим кулачки, заглаживаем. Теперь выходим, работаем кулачками, только уже на лице. Нижняя часть, нижняя челюсть. Три. Раз, два, три. И третий раз. Раз, два, три. Верхняя челюсть. Раз, два, три. Смотри, меняю амплитуду постепенно. Расширяю. Раз, два, три. Заглаживаем. Средняя треть. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То ли классика, то ли делаем, как мы любим, подкорчик. Переходим медилар кулачками на лоб. И работаем по лбу, усиливая движение по сравнению со средней и нижней третью.
Ухаживаем лицо, нижнюю треть, среднюю. Прям чувствую, как сопротивляется. Да. Да, он уже тоже устал, наверное. Да, Олег, устал? Сопротивляться, там, да? Больно было просто. Это а, почему не сказали? Ну, когда больно было? На кулачках? Уже. Уже красное, да. Ну, 4 часа. Ну, конечно. Герой. Все, спасибо.